Всем привет! С вами Илья Колмогоров, руководитель тренингового центра «Бостон». Я рад приветствовать всех наших подписчиков, клиентов и потенциальных клиентов. Напоминаю вам о том, что мы проводим интенсивное обучение английскому языку и множество других семинаров, которые направлены на личностный рост, развитие навыков, которые пригодятся вам в профессиональной и личной жизни. Напоминаю вам, что в ближайшее время состоятся бесплатные семинары, один из которых называется «Вся английская грамматика за 1,5 часа». На самом деле, хотя английская грамматика не такая легкая, мы сможем рассказать о ней достаточно кратко и нарисовать вам общую картину грамматики английского языка действительно за 1,5 часа, за один семинар. Также в ближайшее время состоится семинар, который называется «1000 английских слов за 1 неделю». Мы уже проводили этот семинар, который посетило множество человек, и вы смогли увидеть, как можно изучить английские слова при помощи метода ассоциации. Там мы говорили также о других особенностях запоминания, о том, как лучше учить слова в принципе и как лучше учить английские слова конкретно. Приглашаю вас на этот семинар, смотрите, следите за анонсами и надеемся увидеться с вами. А мы приготовили для вас еще очень много интересной, полезной информации. Следите за бесплатными семинарами и до свидания.